Не могу сказать, конечно, что я заядлый гитарист, но гитару слушать очень люблю. И также очень люблю песню «Снежная бабушка». И очень радует, что к ней появилось еще одно приложение, еще и в таком электронном формате, очень удобном, что можно открыть, например, на компьютере, на планшете, и гитаристы могут играть. А у меня был такой способ взаимодействия, когда включаешь аккомпанемент к песне «Снежная бабушка» и следишь за аккордами. Оказывается, что это такая очень ритмичная песня. В принципе, музыка песни «Снежная бабушка», она такая задорная, такая радостная. И аккорды, они так же быстро, стремительно. Такое ощущение, когда за ними следишь, что это как полька со «Снежной бабушкой» у Синички. Такие впечатления остались. В общем, радует еще одно практическое приложение вот такой замечательной, очень теплой зимней песни.